Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы в саднике Олха. Шестой день, и я забираю вот этот сундучок. Ну, в котором, естественно, выпадают нам некоторые награды. Замечательно. Так, сегодня у нас должно быть событие начаться. Да, и это у нас муштра наездников. Также выживание. Через 59 минут будет доступно. Ты прикинь? Аж целых два события. Ну, естественно, я пока буду проходить именно вот эту вот муштру. Но прежде мы, естественно... Так, 85 уровень у меня получил беззубик. Это круто. Теперь я могу найти шипореза, и я с удовольствием его пойду искать. С удовольствием, понимаешь? Шипореза у меня нет, и он мне нужен. Так, здесь у нас какая-то статуэтка выпадает. Водорез... Так, ну что, парень, мы тебя опять отправляем за железом. Да, да, ты у меня пропишешься на добыче железа. Так, письмецо. Ну что, сарделька, показывай. Сборы, давай. Барсик у нас что там подкинет? 12 рун. Ладно, отправляем на посох, пускай летит. Кривоклык родненький, ну-ка, ты что мне принесешь? Тоже 7 рун. Ну что ж, лети тогда, слизь бесплатно. И Громгильда. 9 рун. Так, в гонке пускай летит бесплатно. Так, ну что, с этими вроде бы разобрались. Теперь давай посмотрим, что у нас у Эрта. Отказаться от этого обмена. И здесь тоже я ничего брать у него не буду. Так, принцесса огнеедов получает у нас 78 уровень. Давай, наверное, ее вот так вот до 80-го. Вперед за рыбой. Ну ты готов? Нет, не готов. Он по-прежнему сопротивляется. Не знаю, почему, ребята, они не хотят прокачиваться у меня. Ну, заставить я их тоже не могу, к сожалению. Так, ну что, ты мне древесинку принес, ты мне рыбку принесла. Умницы. Отправляем, естественно, их дальше на поиски. Так. Опять кнопки, ребят, не работают. Не могу я зумить. Ну и, соответственно, и в игре не смогу кнопочками 1, 2, 3 делать определенные скиллы. Надо будет во время рекламки сделать. А рекламка у нас будет, когда мы будем смотреть за пак. Да? Бесплатный пак, потом рекламный. Ну что, за рыбой? Конечно же, за рыбой его отправляем. Ну, а ты что? Болельщик сардельки. Давай-давай, качайся. Качайся. Так. Пристиголовый. Ну-ка. Да чтоб тебя, а. Ну ты посмотри. Ну ни в какую, он сопротивляется. Просто сопротивляется. Ну что ты мне там принес, показывай давай. Ну конечно же, три. Здесь три и здесь три. Уходите. Так, прокачаем. Ну, вроде бы как все, да? Давай, наверное, мы посмотрим здесь наши наградушки. Так, это забрали. Здесь забираем. Кстати, сейчас получим награду. Вот она. И это у нас 250 вымпелов. Или как они там? Ну да, вымпелы. 1840. Но это все равно, ребят, маловато. Очень мало. То, что сколько нам нужно и сколько нам дают, конечно, капля в море. Ну что, теперь давай тогда, наверное, заберем наш янтарь. Блестящий. Заказать я не могу, к сожалению, пока. Здесь у нас созрел пак. Кревет, шторморез, водорез. И все, да, получается. Так, ладно. И давай здесь откроем пак. Два пака, точнее. Монеты Удина. Шторморез, шипорез. Вот, кстати, шипорез только что сейчас был. Он как бы... Карточки мы на него получаем, но его у нас нет, поэтому мы прокачать его не можем. Так, монетки Удина. Ну и сама начинка.
руны, древесина, в общем, все по мелочи. Так, и еще. Давай-ка, наверное, получим 20 крылышков. Ну что, друзья, вроде бы как по основным задачам мы все сделали. Единственное, что... Погоди-ка, по основным задачам ничего мы еще пока не сделали. Стоят они у меня здесь. Спрятались, типа я их не увижу. Вот жуки-то, а? Ну и все. Теперь идем на события. Значит, муштра наездников. Вот такое вот событие. Не короткое и не длинное. В общем, нормально. По-моему, нужно будет всего лишь две заходки здесь сделать. А вечером, если вы захотите, мы сможем пройти сразу же еще и второе событие. Потому что сегодня вряд ли я успею за 59 минут. Это, конечно, очень много времени, я имею в виду. У меня серия длится в среднем от 20 минут до 30. Поэтому в любом случае я не дождусь. Так, давай сделаем вот так. Тут, кстати, две волны, и это уже до боли знакомо, да? Когда первый дракон идет крепким, зато вторые уже идут... Ну, вторая волна идет намного слабее. Но это было у нас не в муштре, я точно знаю. Это было в каком-то другом событии. Но муштра, видимо, пошла именно по тому же пути. Так, сейчас мы добьем. Вторая волна, смотрим. Нет, ребята, здесь и на второй волне тоже... Довольно крепкий дракон. Ну что ж, ладно. Хорошо, что хотя бы они по одному здесь идут, а не по два или не по три. Так, давай мы, наверное, сейчас сделаем вот так. Плюс... Ну, давай хильнемся. Немножечко. Пройти событие это за одну заходку, ребят, невозможно, не получится. Поэтому придется нам еще и завтра проходить. Крутим колесо и смотрим, что нам выпадает. А выпадает нам 75 миллионов древесины. Я вас понял. Забираем загадочный пак. Потом идет у нас два обычных поединка, после которых мы получаем 1500 янтаря. Ну, правда, тусклого, который придется потом еще и переработать. Ладушки, погнали. Посмотрим, что у нас получится из этого. Так, пристиголовый, да, нас тут встречает. Сейчас мы ему быстренько тут отвесим. Кусаем. Дальше сделаем вот так. Ну, естественно, понижение брони. Это в обязательном порядке. Дальше укус. Причем это фиол. Фиол всегда, ребята, должен был разбираться на изи. Но, несмотря на то, что у него столько много здоровья, он все равно разбирается тяжело. Просто, как будто мы его и не дамажим вовсе. Это при всем при этом, ребят, мы еще ему скинули броню, как ты видишь. Вот такие вот получаются дела. Я забыл, знаешь, что сделать? Я забыл кнопки во время рекламы поставить. Думаю, что-то я не то... Что-то я забыл сделать. Да, точно. Забыл поставить. Они не работают, ребят. Так, ладно, нам не привыкать. Ну, как ты понимаешь, второй тоже у нас тут шепот смерти, сородич его. Тоже довольно крепкий. Давай хитнемся. Ну, еще раз говорю, благо, что они здесь по одному выступают, а не по два. Плод мудрости забираем. Ну что ж, неплохо. Продвигаемся дальше. Так, это у нас еще три энергии. Раз, два, три. До 100 рун доберемся с тобой, и все. Это будет у нас последний поединок. А дальше посчитаем. Ну там, по-моему, действительно еще 5 боев, и все, ребята. И мы пройдем это событие, муштра. Возможно, если к вечеру накопится вся энергия, которая здесь есть, то, в принципе, можно будет вечером пройти и то событие, выживание, и вот это допройти. Так что, ребят, пишите в комментах. Так, а здесь у нас два костолома. Ну, ребят, смотрите, уже чувствуется, что пробивается не намного проще. Это видно даже потому, сколько мы наносим урона. То есть все, крепкие драконы уже отступили. Замечательно.
Так, почему вот этого косолома нужно в первую очередь бомбить? Потому что это бегун. Это именно тот дракон, который любит разбегаться и бомбить. А этот огнеплюй. Да ладно. Я что, ошибся, что ли? Да не может такого быть. Он тоже разбегается, ребята, и глушит. Так, тихо, отвали. Давай хильнемся, наверное, потому что у нас здоровья здесь вообще мало. Сейчас мы его добьем. Вот и все. 37,5 миллионов древесины. Мало, очень мало, конечно, падает тут наград. Забираем с тобой 1400 тусклого янтаря и продвигаемся дальше. Короче, мы с тобой вот на мини-боссике. Это будет наш последний поединок на сегодня. Ну что ж, поехали тогда. Хоферсон, да, у нас здесь встречает. И уже три волны, кстати. Уже три волны, причем первый дракон, я смотрю, очень такой слабенький. Выдается первая волна, да? Да что ж ты делаешь-то, а? На второй волне, ребята, у нас два дракона. Сколько начать? Давай с этого, наверное. Так, нам нужно залечить раны. Так, они сейчас вдвоем будут ходить. Раз, два. Кривоклык будет атаковать, опять же, пристеголового. Барсик, наверное, добивать. Замечательно. Ну что, друзья мои, произошло то, что я больше всего ненавижу. Да, вылетело именно во время поединка. Бесит меня вот это вот все. Получается, мы с тобой тратим последнюю энергию. Мы даже не дойдем до 100 рун. Или же нам придется тратить руны. Ладно, фиг с ним, я потрачу руну, мы с тобой отобьем. Но если больше вылетать, конечно же, не будет. Потому что я не намерен здесь идти в себе в убыток. Очень бесит вот эта вот штука, когда так происходит. Ладно бы, я тебе говорю, на обычном поединке этого выходило бы, получалось бы. Так ведь, когда обычно дерешься, такого не происходит. Нет, именно вот на событиях это все делается. Вылеты вот эти вот. Так, сейчас мы его... Хорош кривоклыка моего бомбить уже. Давай-ка сюда ударим. И делаем отхил. Воу-воу-воу-воу, кому сейчас прилетит, ребята? Барсику, Барсику досталось. Бедный Барсик, а. Вечно тебе достается. Так, а здесь кревет и... Понял. Давай лечить наших бойцов. Отвали ты. Ну что ты там? Ты манул, да? И еще усилил себе атаку. Так, давай вот так сделаем. Ну что, шторморез, ты готов? Ты готов, я вижу. И добиваем. Ну, здесь уже нам выпадает рыба. 112 лямов. Ну что, друзья, давайте тогда уже потратим. 65 я трачу, 100 получаю. То есть 35 в прибыли выходит. Сейчас у нас мини-боссик будет здесь. Я вижу сородич шепота плюс змеевик злобный. Или острокрылый, как там различить, фиг знает. Угу, а мы вот с этого начнем. Хотя синька разбирается намного быстрее, да? Но мне нужно именно сородича вальнуть. И все в Барсика, ты посмотри, все летит в Барсика. Барсик, держись, мы в тебе верим. Окей. Так, что я могу сделать? Я сделаю, наверное, здесь укус. Сейчас бомбанет. Сразу же хиляемся. Блин, ну мог бы пробить, конечно. Переходим на вторую волну. Здесь водорез и скалотряс. Естественно, ребята, надо быстренько уничтожить скалотряса.
по возможности. Ага. Так, сейчас будет скалотряс тут чудить. Да ладно, ты же обычно Барсика бомбишь. Переоделся вдруг. Переобулся. Ладно. Ну что, водорез. Смотрю, тебе не так весело. Блин, а это, ребят, всего лишь вторая волна, кстати. Переходим на последнюю, третью. Значит, что мы видим здесь? Ну, естественно, Костолома и Ветрокрыло. Наверное, в первую очередь разобрать нужно Костолома. Потому что пока мы будем ковылять Ветрокрыло, стража этого, они тут будут вдвоем бобить. А так мы хотя бы от одного избавимся, и уже будет нам попроще. Мы сможем с тобой вешать, например, ту же самую слепоту. Отлично. Погнали. Я думаю, что он не успеет воспользоваться своим ледяным дыханием. Не-а, не успеет. Давай. Замечательно. Вот теперь пускай посидит, подумает над своим поведением. Вот ты посмотри, какой, а? Живучий. Просто тонны здоровья у него. Фиг пробьешь. Пока в слепоте, ребят, так что не волнуемся. Ничего он нам не сделает. Вот если бы не было бы слепоты, ох, было бы сейчас печально. Наверное, просто пока укусим. Нам нужно еще, ребята, одну слепоту на него повесить. И уже после этого можно его бомбить уже. Делать на него дебаф, именно понижать ему защиту. Здесь уже просто его разобьем. Он не успеет оклематься. Все. Ну что, ну тут опять древесина выпадает. Понял. Ну и забираем наши 100 рун. Отлично. Так, 100 рун забрали. И как бы и делать-то, в принципе, больше нечего. Единственное, что можно пойти на арену. Давай на арене откроем с тобой один пак вождя. За одну карточку, может быть, выбьем какую-нибудь хорошую. Ну, я не уверен, наверное, скорее всего, выпадет опять обычная. Так, вот они, супостаты, да? Начнем с истинного шепота смерти. Опа. Кусаем. Дебаф, наверное, сделать надо, да? Барсик, держись. Не падай, пожалуйста, тебя умоляю. Да. Не хватило ему чуть-чуть, ребят, буквально дожить до хила. Чуть-чуть. Ну, тройной удар сейчас за это ответит. За свои вот эти все козни. Еще, видишь, что он делает? Естественно, ребят, ему надо в первую очередь снизить нас, понизить нам броню. Опа, еще не легче. Еще не легче парень тут учудил. Все-таки добился своего, ты посмотри, а, гаденыш. Ну, у нас очередной поединок. Я смотрю, Роза Ветров, по-моему, тут, да, у нас. Или Шипарис, как его точно назвать. Давай, наверное, с него и начнем, потому что это синька. Она довольно быстро и легко должна разобраться у нас. Зато мы сразу минус одного противника сделаем. Ну-ка. Не получилось, да? Ладно, хорошо, добьем так. О, сейчас будет разбег. Точно, сейчас будет разбег. И досталось нашему шторморезу. Эй! Куда ты вот лезешь-то? Блин, сейчас добьют, по-моему, мне. Ауч. Это плохо. Ребята, это очень плохо. Еще удар хвостом, зашибись. Костолом, да? Ну-ка, поработай-ка на нас, костоломчик. Это что такое? Что это был за удар? Название не удар. Так, ну сейчас побежит. Сейчас, скорее всего, побежит, но он слепой. Ничего нам не сделает. Поехали. Раз, два.
Опять же вешаем на него слепоту. И давай быстренько-быстренько, ребята, его разбирать. Потому что, когда обычно один противник остается, все сводится на ничью. Как же ты быстро, парень, набираешь энергию, я смотрю. Очень быстро. На тебе. Никуда ты отсюда не уйдешь. В пыли будешь валяться. Ну что, добиваем его. Так, ну что, друзья мои, очередной поединок у нас. Громорок, я смотрю, тут. Угу, пристиголовый. Начнем с него. Именно с громорога. Так, на следующий ход, я думаю, мы его уже разберем. Они сейчас будут тут вдвоем ходить. Так. Зашибись. Давай-ка срочно вот так делать. А теперь будем атаковать именно пристиголового. Сможем его пробить? Отлично. Ну что, Костолом, ты остался один. Кого он сейчас будет бомбить? Я не удивлен. Вообще нисколечко. Постоянно он на штормореза бежит. Ну, видимо, потому что он хиллер. Вот, начал на барсика теперь прыгать. Ну, в общем, ребят, по-моему, крышка. Да. Ну что, вот он наш пак вождя. И, как ты видишь, мы выбили обычный пак здесь. Так, открываем. Громоль, крылатый ужас, кревет, ловарык, шторморез, громорок, беззубик. Вот так. Ну и плюс здесь забираем свои 20 крыльев вот этих вот. Плюс у нас здесь, ага, вот он, загадочный пак. Громобой, крылатый ужас, прихвостень. Ну и чуть-чуть наград. Ну что, друзья, я думаю, что на этой ноте мне в любом случае придется закончить серию, потому что больше нам делать пока нечего. Пишите в комментариях, будем вечером проходить два события сразу или же нет. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.